Ну где ты? Ну блин, джавелин не стреляет в помещении. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Васаби Скромник, Серега, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем приветики, приветики. Самая любимая ваша рубрика «Аниматроники пугают охранника». Поэтому, если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы начинаем выживать. Ну и как всегда, Серега у нас злой аниматроник. Он отлично. Так, надо включить фонарик, чтобы мы его видели. Кстати, скачали мы мод на ход, теперь мы видим, у кого сколько жизни. Ну, это для очень крутой рубрики, которую вы скоро увидите. Слышишь? Да, я слышу. Я закрыл, он вентиляции полз. А нет. Он отлично, выживаем. Стеной. Тогда. Я слышу его. Я его слышу. Блин, такая музыка здесь стрёмная. А где-то раньше был здесь кекс или нет? Кейк 5 фаунд. Вот он, Дим. Я вижу. Раньше не было этих кейков. Может, их надо на карте все поискать? Так, ребятушки, будем сегодня искать кейки. Серега, добавили на карте какие-то кейки. 5 штук надо найти. Ё-моё, ты хочешь моей смерти? Ребята, кто испугался, ставьте лайк, потому что я реально испугался. Это очень стрёмно. Откуда? Отсюда. Так, потихонечку ползем. Интересно, реально 5 штучек надо найти? Я его слышу. Я его слышу. А я здесь хожу. Под вентиляцией? Да. Закрывай, закрывай. Отлично. Отлично, ребята. Давай посмотрим камеры. Так, подождите. Отлично. Давайте здесь откроем. Так. Смотрим камеры. Надо поворачивать. А ну клацай, камера, я буду смотреть. Нету. Вот он стоит. Где это у нас? Так, в дальнем коридоре. Это получается недалеко от нас. А не, в самой дальней комнате. Или нет? А где мы находимся? Вообще, вот тут, да, мы находимся? Ну да. Коридор. Да, он там находится, ребята, вот тут он. Слышишь? Он бежит, отлично. Что-то болтает. Так, ребята, нам скоро на обход. Подвал. Куда он телепортировался? Мне кажется, он невидимым стал. Да? Нет, была бы тень тогда, нету тени от него. Я его слышу. На лифте едет. Открываем. Так, если что закрыть? Закрыть мы успеем. Так. Нифига себе, это мощь. Радио можно включить. Слышу, едет. Лучше закрыться, потому что стрёмно. Так, светим фонариком. Где-то он тут. Чё, пустой лифт ехал, что ли? Открываем. Так, спускаемся. Едешь со мной вниз? Пошли, быстрей. Едем вниз. Все отлично, ребятушки. У нас сегодня обход. Так. Надо взять фонарик наш, очень круто. У нас тут есть, короче, такой мод классный. Сейчас покажу его. А! Я успел. Нет, я не успел. Ну, блин, но... Представляете, как в лифте закрыться с аниматроником? Реально можно обосраться. Серега, ты молодец. Так, сейчас все-таки найду. У нас есть этот фонарик. Где он так. Видит на той камере? Ты думаешь? Я его вижу. Так, подожди. Сейчас, блин, забыл, уже 1000 лет это оружие не брал. Он перевоплощается. У нас что, нет этого оружия? А, вот есть оно. Слышите? Аниматроник там. А как, где он? Ты уверен? Дима, вижу твой фонарик. Вот он. Я бегу. Там аниматроник что-то глючит его.
Я слышу. На камеру можно посмотреть. Ты чё он кричит? Больно, наверное. Все, он сдох. А, я не сдох. Я думал, я сдох, рука была только одна. Оп, быстрее. Закрываемся. Я его боюсь. А, ну два, смотри, где он. Он к нам сюда бежит, сейчас появится здесь. Ребята, смотрите. Вот он. О, добрый. Лепим, чесветим. Так, давай пока откроем, никого нету. Блин, стрёмно, ребята. Зная Серега, ты неадекватного челика. Давай камеры чекать. А, блин, это же полочку удалить. Нету. И здесь нету. Блин, а где он? Где-то же ходит. Эй! Как он тебя убил? А! Да подлец, блин, прибежал! Мы что, вентиляцию забыли закрыть? Ё-моё! Серега, молодец! Использовал нашу слабость. Ну, я его в последний момент увидел. А я думаю, что за челепиздрик там ногами шелестит? Я такой сижу, такой... Ну, Серега, ну я же наполовину добрый. Ребята, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. И кто хочет с нами пообщаться и позаписывать, заходите в наш Дискорд. Ссылочка в описании. Открывай меня. Так, закрывай. Обязательно закрывай, потому что этот псих, я его боюсь. Блин, а что у нас нет? У нас порталов нет, что ли? Нет. А были же порталы. Ты их удалил? Вентиляции. Значит, обновили. Я не удалял. Вентиляция. А внимай его. Дверь закрывайте, а? Все, мы открываем. Я бы не открывал. Спасибо. Ах ты хитрый обманщик! Все, скример что кинул, я не спорю, молодец. Так это нечестно просить, чтобы открыли дверь, а потом нас сразу убивать. Так вы оно у вас постоянно закрыто, алло. Так мы боимся тебя, ты неадекватный. Серега, так у вас энергия тратится, алло. Да, точно. Серега, тогда мы неадекватные. Ой-ой-ой-ой-ой. Она открыта. Слышал? Я слышал выстрел, как кто-то на лифте. Так, а где он? Я же слышу, он где-то ходит. Блин, я его слышу, ребята, он тут. Сидим. Слышите? Эй, псих. Ты где? Ты в подвале? Я пойду в подвал. Пускайся, помогай мне, я в подвале здесь. Я тоже. Выводи меня. Я испугался. Он тебя не убил? Это фантом был. Блин, а как же тут? Тут есть где-то заныкаться вообще? Нычки есть тут? Шкаф в офисе охранников. Точно. Ты о, что? Стой. Так, Сережечка, ты где? Я? Секрет. Это ты вызвал лифт? Нет. Слышишь? Блин, ребята, очень страшно. Очень страшно. Если бы мы знали, что это такое, но мы не знаем, что это такое. Это он разговаривает. Все, поехали вверх. Серега, тебя пригвоздил? Я тебя пригвоздил, но я извиняюсь, я не хотел. О. Ваша цель выжить, а не убивать. Нифига себе тут кровище. Дима по-своему уже ударил. Я случайно. Ну ладно, пойдем. Нифига себе здесь у нас кровище. Это от аниматроника? Серега, я тебя что, не пригвоздил, что ли? Ой. Пригвоздил? А как? Я же должен был пригвоздить. Вовремя стрелял. Как ты так скример кинул, прикольно. Офигенно, ничего не видно. О, точно, еще одну черепушку нашел. Ребята, а что будет, если я найду все черепушки? Серега, пасхалку на карту добавили. Да. Отлично, васаби скромник.
не успел закрыть дверь. А, это как ты на расстоянии, Серега? Так это же нечестно. Хорошо. Не хотелось то по-плохому, не хотел. Но, видимо, придется. Блин, черепушки так прикольно заныканы. Надо теперь обыскивать всю карту. Так, пока есть два нашел. Ребята, если соберется на этом ролике 3000 лайков, мы обязательно снимем ролик, где я соберу все черепушки. Я еще нашел одну черепушку. Я ее собрал. Ребята, еще одну надо найти. А, не, еще две. Ой, ну Серега, ну Серега. Блин, необычно, что пасхалки добавили. Они в таких местах прикольных заныканы. Да ты затрол! Псих! Вот почему у вас обескромника есть это... Ум, а у меня нету. А у тебя нет. Но я же собираю эти пасхалки. Для подписчиков. Я несколько раз получил по лесу и забоялся. Не бойся. Правильно, правильно, что боишься. Серега добрый. Если ее съест. Всех детей на свете. Так, а ты точно не где-то? Так, здесь нету, а ну-ка. Он невидимый. Да? Дима, он для тебя. Подождите, а это? А, блин, я застрею. А где он, где он? Монета в коридоре. Я его слышу, он прям возле меня. Блин. Да блин! Прям лицом об стену. Засранец, а. Ой, я теперь вижу, как у него жизни тратятся. Ай-яй-яй-яй-яй, прикольно, видно теперь этот КП, как тратится. Так, ребят, давайте что-нибудь возьмем помощнее. Ой. Опа, пригвождатель, я вижу. Следы тут мои. Где ты? Он на лифте. Ого, я сам себя убил? Да. Понял. Так, по-любому тут где-то должен быть черепок заныканный. А ты не забывай, что есть еще подвал. Да? Да. Так я уже там ищу. Да блин! А! Ну это невозможно против аниматроника с таким оружием, ну очень сложно. Да, Сережечка? А для чего пригвождатель тебе? Так ты, я все равно и брал его, ты меня убивал. Так ты вблизи ко мне, конечно же, был. Вот и убивал тебя. Где ты? Не вижу врага. Он в подвале. А, в подвале? Я иду. Наверное, вот и джавелином я его не убью, это точно. Я тебя найду. Блин. Ну где ты? Ну блин, джавелин не стреляет в помещении. Так я тебе говорю, что на воздух стреляет, а потом... Ну я, блин, знаешь, на дурачка хотел, а вдруг? Ну хорошо, хорошо, Серега. Я как аниматроник, я защищаю последний темный кекс от вас. А он, ты его нашел? Да. Так покажи, где он, если все-таки давай откроем пасхалку. Сколько у вас, 4 из 5? 3 вроде я нашел только, значит еще надо больше найти, да. Я чуть не понял, что я в подвале. Да он вообще псих какой-то. О, кто ладно, там ходит? Из ворот, отдышки пока. Ну кто-то ходил, я видел. 6-й, это 6-й Дима, чтобы ты понимал. Сережа. 6-й Дима, а. Прощай. Да. Ребята, новые бомбы. Дима. Он что, живой, что ли? Я живой. Ай, радиация. Давайте помощнее что-нибудь возьмем. Прощай, Серега.
Офигеть. Я живой. Нифига. Она зашкаливает просто. Да блин, не могу бомбу взорвать. Прощайте. Я живу. Да что ж такое, мы уже тут все взорвали. Не надо, подвал взорвать, он в подвале. Он в подвале? Да, я в подвале. Ребята, это просто вакханалия какая-то. Если вам понравилась эта серия и вы хотите еще, ставьте пальцы вверх, подписывайтесь на канал, вступайте в наш Дискорд. Ну а всем отличного настроения и посмотрим ролики еще. Серега, поджигай. Сейчас будет бабах. Кабум, ребята.